Она кто? Ты кто? Она Лера. Ты кто такая? Еще раз скажи. Ты Василиса, она Лера. Она как узнала? А может быть, наоборот, мне кажется. Да, нет. Мне тоже. Ты Василиса, она Лера. Мы поменялись телами. И как ты вообще узнала, что это я, а Василиса? Вот это вы сумасшедшие. Да почему мы сумасшедшие? Василиса, я забываю все, что я Лера. И вообще, где твой брат? То есть теперь мой. Ах ты. А, стоп, как это твой? Он же и был твоим. Логика. Василиса, я буду снимать, как я все были. Не, ну вот скажи еще раз, кто я? Ты, а кто я? Василиса. Ты Лера. Так, ты, получается ты, теперь я. Я, теперь ты, да? Да, 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 Василиса, почему ты так? Я еще с родителями не покушала. И получается, если мы поменялись, я тоже с родителями не покушала. Ты похудела. И самое такое то, что если вот когда мы пила на обратно, и еще ты вспомнила то, что я попила лимонад. Потыли. Стоп, если сейчас. Василиса. Нет, тебя как зовут? Ну по-настоящему. Лера. Лер, короче. Она меня поняла. Хорошо. Она ваша шина. Я тебе не сказал. Ты поганочка. Василиса. Ну как? Да. Я хочу обратно. Все, я спать. Алло. Поганка. Да не поган. Лер. Ой-ой-ой. Василиса, ты не сможешь это попасть к тебе домой, потому что домой, это ты, и я попаду к тебе домой и буду играть своим Лего. Стоп, и значит стоп. Это мой канал? Ты будешь канал? Играть с моим Фунтиком, а я с твоим Лего? Да нафига мне нужен твой Фунтик? Я его на мусорку выкину. Ну не выкину, не бойся. Фунтик краш. Фунтик не краш. Фунтик говно. Ты заплати нас изначально. Валера, иди убей. Он платить не собирается. Давай я его держу. Ты чё, бас? Нет. Василис, ты чё, с ума сошла? Иди домой. Да Лера, я. Она Василиса. Стоп, мы поменялись обратно телами. Да нет. Так я Василиса теперь. Да не, ну. Блин, показалось. Василиса. Ладно, давай ее спать ложиться. Помоги. Мы спим. Вот на следующее утро. Нет, нет. Ты уже проснулась. Батюшка! Что? Давай! Мама, обратно! Подписчики!